Фонд национального благосостояния «Самрук-Казынам» преобразует в инвестиционный холдинг. Соответствующую концепцию президенту страны сегодня представил председатель правления акционерного общества. Преобразование позволит диверсифицировать портфель по географии и отраслям активов, повысить доходность инвестиций и увеличить поступление в бюджет за счет роста дивидендов. Также Ахметжан Есимов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что с начала года чистый доход в 2,6 раза превысил план и составил 436 миллиардов тенге. Выплаты дивидендов акционеру правительству Казахстана в 2020 году составили 120 миллиардов тенге. Также обеспечено стабильное функционирование всех предприятий в энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслях. Сохранен производственный персонал без массового сокращения. Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам.